Всем добрый вечер. Напишите, пожалуйста, как меня слышно, слышно ли вообще. В общем, всем привет. Если можно, напишите в комментариях, как слышен звук. Как я и анонсировал, я собрался и решил, что каждую среду, каждой недели я буду поднимать экологические темы, выходить с ними в эфир. Темы будут абсолютно разными, начиная от вырубки леса, наверное, всем известные темы. И, например, там ситуации с мусором в Украине, заканчивая темами, которые мало кто знает. Например, экологическая катастрофа на Донбассе, возможно, незаконная переработка терриконов, ну и так далее, и так далее. Сегодня наверняка те, кто зашел по этому стриму, тему уже понимают. Называется она «Незаконная добыча янтаря. Как остановить янтарный апокалипсис? Что это вообще такое?» Итак, если и есть в Украине, знаете, тема, которая больше всего подчеркивает безответственность власти, то эту тему можно обозначить как янтарная тема. Вообще, что такое янтарь? Я здесь немножко подготовился, покажу вам вот такие вот кусочки, штуки. Значит, это называется янтарь. Вот такое вот. Вот такие вот, вот он ходит вообще, это не драгоценный камень, его считают полудрагоценным камнем, вот. Появился он задолго, очень-очень давно, значит, около 40 миллионов лет назад начал он формироваться. И вот такие вот камни, ну это большие камни, вот я могу показать. Маленькие камешки, это такие кулончики, которые продаются во всяких разных, у нас в Украине, к сожалению, вы не можете увидеть таких кулончиков. Вот, как правило, можете, вот они. Вот. Значит, как правило, вы можете увидеть их в Польше, вы можете увидеть их в других странах Европы, вы можете увидеть их даже в Китае и Японии. Но в Украине вы их не увидите, потому что, по сути, весь 90% добычи янтаря, который добывается, это происходит все нелегально. Поскольку это происходит нелегально, переработка и вообще отрасль такая экономическая, она тоже существует нелегально. И, как правило, большая часть янтаря, она, по сути, незаконным образом, через таможню, как первую, так и вторую, переходит в другие страны. Начиная от соседней Польши, наверняка вы слышали такой город Гданьск, где очень много ювелирных магазинов, предприятий, которые занимаются переработкой янтаря, заканчивая Китаем. Вы будете все удивлены, но в Китае производят продукт, разный продукт, кулоны, четки, поделки из нашего бурштина. Вот. И, значит, я думаю, что многие слышали, вообще залегает он в большой зоне, это области Ровенская, Волынская и Житомирские области в Украине, также немножко есть в Киевской области. Потом это как бы, это такая жила янтарная переходит в белорусскую, в белорусский регион и идет вообще до России. Вот. Ну, кому интересно, расскажу несколько таких политологических азов, что как вообще появился янтарь. До этого он появился, по сути, он появился на Большом острове. Дело в том, что территория Польши, территория Белоруссии, это было до этого, там, 40 миллионов лет назад, это было море. А вот янтарная жила, это был как раз остров. И на этом острове были соответствующие растения, растительности, благодаря которой, вернее, появился этот янтарь. В общем, что с собой представляет, какой негатив представляет янтарь? По сути, он представляет собой негатив в формате добычи. Я думаю, что часть из вас могла слышать и видеть, как его добывают. Ну, во-первых, дело это незаконно.
Украинская власть за 20 лет, а актуальность янтаря стала где-то с 2012 года, не сделала ничего для того, чтобы легальным образом привести это в какую-то легальную среду, как, например, добыча угля, железной руды, я не знаю, лития или глины, песка, будь какой угодно, какого угодно полезного ископаемого. Янтарь – это своего рода исключение. Ни одной власти невыгодно его, скажем так, легализовать, установить в законном порядке какие-то правила, чтобы существовали компании, которые добывают этот легальный янтарь, и, естественно, существовали компании, которые его, ну, производят какой-то уже вторичный продукт с надбавленной стоимостью, ну и так далее, так далее. Вот, значит, добывают его с большим уроном природе. Я сейчас не буду влезать в разные тонкости, но добывают его помповым способом, то есть его вымывают. Земля, янтарь залегает где-то на глубине от 5 до 30 метров в глубину, и бывают такие случаи, что его просто выкапывают лопатой, но, как правило, это не так. Должна быть вода, должно быть специальное приспособление, которое помповым способом идет в большой напор, и через этот напор вымывается, по сути, грунт и вымывается янтарь. Поскольку янтарь, ну, я не могу сказать, что он легче воды, но его очень легко как бы вскаламучивать и поднимать на поверхность. Вот такие вот кусочки, даже вот такие вот легко как бы с дна поднимаются вверх благодаря воде и большому напору, и после этого вылавливаются с очками. Но, как вы понимаете, такой формат наносит большой урон экологии. И вместо того, чтобы вообще, давайте так, добыча любых полезных ископаемых наносит урон экологии. Но, когда это происходит в легальный способ, это, во-первых, есть ответственные, кто наносит этот ущерб природе. Во-вторых, в любом случае происходит какая-то рекультивация. То есть высаживаются деревья, производят, значит, делается лучше почва, ну, то есть и так далее. То есть проходят все меры для того, чтобы восстановить максимально в первоначальное положение, в котором так или иначе эту территорию взяли. И вот, помимо, я вам покажу несколько фотографий, которые сделал я, эти фотографии уникальны. Вдруг вам будет интересно. Вот это выглядит, кто не видел, на территории Ровенской и Волынской области, это выглядит приблизительно так. Здесь, конечно, сложно понять какую-то атмосферу, вот, этого всего безобразия, значит, энергетику, но формат выглядит вот приблизительно вот так, да. То есть это на этой территории, на этой фотографии, до этого я мог бы подержать фотографию, если бы показывал ее там двухгодичной давности, это был лес. Обычный такой, знаете, дремучий лес со своими ягодами, деревьями, со своей дикостью, но сейчас это выглядит как пустыня. Вот эти деревья, которые вы здесь видите, это сухие деревья, то есть они, это не какие-то там пальмы, не какие-то специальные деревья, это сухие деревья, которые будут спилены, которые будут повалены, вот. Вот эта вся территория, вот здесь вот добывался бурштин, янтарь, вот, за счет помп он просто вымывался. Как вы понимаете, что дерево не может расти в том состоянии, когда вокруг него очень много воды, оно просто...